Привет. Да вот просят мои друзья в Одноклассников, как закачиваю ролик в Одноклассники. То есть напрямую. Ну вот открываем Одноклассники, свою страничку. Вот Богданчика нашего, это допустим. Раньше было по-другому. Сейчас Одноклассники немного переиначили и сделали вот фото. Вот. А вот видео. То есть, если вы хотите закачать видео, вы есть только если оно у вас есть уже в ноутбуке или в этом в компьютере. Значит, вы нажимаете кнопку видео, открывается ваша вот такая это самое. Видео у вас всегда будут вот здесь. Вот вы нажимаете. И если у вас вот здесь есть видео, вы нажимаете, подводите стрелочку, нажимаете на видео, вот здесь имя файла. У вас загорится его код. Вы после этого нажимаете открыть код, и оно даете ему потом название, и оно у вас автоматически загружается. Ну, у Богдана видео ни одного. Вот нету, он не снимал, поэтому у него тут и нету видео. И закачиваете, потом сохраняетесь, и все. Все тут довольно просто, и ничего нету сложного. Пока-пока.